Сотрудницы Центра занятости населения по Ировскому району предстанут перед судом за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной Осетии. По версии следствия, обвиняемые, используя свои служебные полномочия, лично изготовляли необходимые документы для поставки на учет своих знакомых и родственников. При этом те граждане не имели прав на меры социальной поддержки. В результате незаконных действий бюджету Центра занятости населения был причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей. Обнаружить незаконную деятельность удалось благодаря тесному взаимодействию прокуратуры и Комитета Северной Осетии по занятости населения. И в результате всех этих совместных действий были пресечены те злоупотребления, о которых вчера шла речь. И поэтому еще раз подчеркиваю, что тот результат и доведение до суда этих двух бывших сотрудниц Ировского центра занятости достигнуты именно как результат совместной деятельности службы занятости и силовых органов.